Viewer discretion is advised. Однажды Бернард Шоу в своем выступлении обронил фразу о том, что все женщины продажны. После этого случая с ним связалась королева Англии, которая была возмущена, ведь получалось, что если все женщины продажны, то и она, королева Англии, тоже продажна. На что Бернард Шоу ответил: «Да у вас Батхёрт, ваше величество!» «Батхёрт, тебя затроллили, дружок, Батхёрт!» Возьми на полке пирожок, теперь оправдываться поздно, угрожать в комментах грозно, вычислять по IP-адрес, умолять прекратить слезно, ведь только что всю твою попку разорвало на 1000 кусков. Батхёрт, чужой коммент тебя задел, Батхёрт! Ты много на других пиздел, ты принимал все близко к сердцу, мерился размером перца, остроумничал не в меру, зиговал почище немца, и вот теперь всю твою попку разорвало на 1000 кусков. Батхёрт, еще заплачь, как девочка, Батхёрт! Произошел разрыв очка, тебе бы проще относиться, на троллей бы не злиться, ведь это просто в интернете HTML-страница, но ты все принял близко к сердцу и словил недюжинный батхёрт.